Итак, в парке Львов-Тайган у нас новая услуга, которая очень-очень эксклюзивная. Купание орангутанга Даны. И сегодня Юля с Зейфом, которые приехали из Лондона, сделают эту процедуру впервые. Дана любит купаться, она очень любит воду. И сейчас мы это все как бы... Это... Что это такое? Все, это можно. Сейчас, подожди, подожди, чудо лохатое. Все. Дана начинает купание, процедуры водные. Ой, так. Какая водичка. А Юля сейчас будет сидеть. Ну, пить-ка зачем это? На всякий случай, мыло же вкусило. Надо же тебе забульмениться. Ну, конечно. Она ясное дело. Так, ну, что, берем шампуньку. И шампунька, и все наши, давай, волосатости будем сейчас натирать. Один из первых роликов, который я увидела в Лондоне, когда начала мечтать о поездке в Тайган, это было, как Олег Алексеевич купал Дану. Я подумала, господи, сколько вообще, что бы я отдала в этой жизни, чтобы поучаствовать в этой процедуре. И должна вам сказать, друзья мои, что вообще... Главное, что я поняла во время поездки в Тайган, что надо не бояться мечтать, потому что это все оказывается абсолютно может быть возможным и реализованным. Особенно если мечты у тебя про человека, про людей, про то, чтобы мир был другим, хорошим, чтобы его населяли хорошие люди. И звери. И звери, да? Клево как, да? Ой, давайте как вам... шампунь. Как нам нравится, да? Купаться нам нравится-то как господи, вообще прям. Вы старайтесь, чтобы она больше камера была видна. Да. Давай. А я ее буду натирать. Сейчас воду убирать. Так. Ты себя тоже будешь тереть сейчас, да? Щекотно. Может, выключим воду? Нет, воды достаточно много. Хотя. Потому что я думаю, хотя. То, что чтобы она... Нет, это мы берем сейчас, давай. А это мы будем помоем всю спинку, помоем, да? Ой, клево-то как, господи, какое счастье. Тебе нравится, а уж как мне, я тебе передать не могу. Вообще просто пол царства за забор. Да? Ничего не видно за вашими могучими спинами. Мой. Вот сюда крайне встань рядом, не снимай. Все равно не понимаю. Все видно. Займусь обезьяной. Подожди. Кто это делает? Подожди. Морду помой. Помой морду. А ручки? Ножки. Ножку. Давай пяточки помоем, давай. Пяточки помоем. Ой, какой кайф. Еще попу неплохо было бы. Да, все там уже оттуда. Помыть. Да. Ой, кто это? Щекотки боится? Давай, посмотри на людей, посмотри. Посмотри, пусть все видят, какая же ты красавица-то неземная в мыле. Да? Давай, представляешь, весь Лондон, весь Париж, пусть все знают, какая в мире бывает красота. Какая чистая бывает Дана из Тайгана, да? Да. Не ешь шампунь. Личико подними, а эту не режь, шампунь не едим. Вот. Ой, как. Вот так, растяжка. Ой. У Даны, растяжка, тренировка. Да, люди. Знаешь, может... она подражает Волочковой Анастасии, она часто делает растяжку в таком же стиле, в любом виде, в любой позе. В любом месте. На любом танке. Да. Помоги, да, заодно? Давай. На всякий случай. А то вдруг у меня недостаточно чистая ручка. Это же тоже непорядок, да? Давай, смываем. Ух, какая рыжая вода идет от Даны рыжая. Снежный человек. Угу. Так. В морду. Ой, клевотища. Она любит купаться. Это нам не надо. Не. Вот
Нет, это нам. Давай. Здравствуйте. Это нам. Это вам. Специально. Ах. Щеточки помоем, действительно. Тут не доглядишь за ними, да? Скажи, Мася. Действительно, не доглядишь, и будет какая-нибудь. Не домоют что-нибудь, да? Нет, там все в порядке, ничего страшного не произошло. Где животик? Где у нас животик? Это лишнее. Это лишнее. Это меня, да. Это. Сейчас еще ногу нам надо смыть вот с этой стороны же. Нога у нас еще будет. Вот. Чистая. И девочка будет чистая, да? Да. Вот оно. Давай ногу, давай вот эту ногу, да, нет? Вот так, стой. Пойди, улыбнись населению планеты, а то мы говорим, что мы тут... Это нет, это Танина игрушка, это нам нельзя такой с тобой. Это она одна в это играет, знаешь, никому ни с кем не делится. О, практически, да, да. Чистая уже. Уже чистая. Темечки, давай темечки. Ой, что это такое там? Ух, давай, полоскай рот. Полоскай, 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 полоскай. Вот так, вот так. Там, видишь, там полотенце это зеленое, большое. Все. Да, ну, иди сюда, скорей. Все. Давай, давай, полотенечко, скорей, иди сюда, иди сюда, иди, иди сюда, вставай, вставай наверх. Вот так, давай, вот так, ну, вставай, не хочешь уходить из ванной? О, давай. О. Ну, сейчас ну, опять куда? Будешь мыли? Нет, иди так. Сюда, скорей. Давай, вылезай. Поднимайся. Вот так, пойдем на улицу, так, а вон ляля вот здесь полотенце, пойдем, 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 пойдем. Ну, холодно.